Не все ивановцы дождались в обещанный срок возобновления подачи горячей воды. На городскую администрацию обрушился шквал обращений горожан. Ресурс не поступил ни 27 мая, ни 31. По последней информации, гидравлические испытания завершены. Контур Б был подключен вчера, а жители 44 многоквартирных домов в районе улиц Дзержинского, Ермака и Мальцева уже получают горячую воду. Утром в среду возобновлена подача еще в 3 дома по улице Танкиста Александрова. Производится прогрев системы. Мэрия поставила задачу теплоснабжающим организациям до ближайших выходных подключить горячую воду к домам ивановцев в максимальном объеме. ПАО «Т-Плюс» выдвинул требования об оформлении дополнительного комплекта документов. Вот, мы идем навстречу сейчас, то есть все требования, которые они нам предъявили, все бланки, акты удовлетворяются в полном объеме с тем, чтобы быстрее начать и производить подключение. После того, как жители города получат долгожданную воду, мэрия начнет проверку, соответствуют ли требования ПАО «Т-Плюс» нормативным документам и не являются ли они избыточным требованием.